Роспись имбирных пряников, создание куклы Мотанки, городецкая роспись, акварель, графика. Всевозможные народные промыслы со всей России получают новую жизнь в руках химкинских мастеров. В творческой лаборатории эпохи провели день открытых дверей. Руководит ею Любовь Камаева, влюбленная в рукодельное творчество и мечтающая внедрять промыслы в современность. Вот эти навыки, они используются в современном мире. Это все можно использовать, это все можно сейчас именно вот сделать современным. Да, по мотивам, но именно современное. Несмотря на то, что это уже давно-давно забытое, вот сейчас мы хотим это поднять. Студия работает недавно, но пользуется популярностью у любителей рукоделия и их детей. Здесь можно полюбоваться экспозицией и посетить интересный мастер-класс. Например, сегодня, помимо прочего, учат плести вологодское кружево. Данный вариант кружева – это все-таки наше российское традиционное. Есть варианты вологодского, есть елецкого, михайловского, даже есть московское кружево. Оно отличается, характеризуется цветом, ярким цветом, очень красиво. Но родина кружева все-таки не Россия. Потому что вот этот вот вариант изделия, рукоделия, украшения пришел к нам в эпоху Петра Первого. Также здесь можно заняться акварельной или графической живописью, попробовать себя в роли модельера и многое другое.